Всем здравствуйте. Здравствуйте. Поверещим! Даже не в цветах торпеда его всегда рады видеть на нижегородской земле. Воспитанник автозаводской школы хоккея, экс-форвард торпеда, а ныне игрок казанского Акбарса, Алексей Потапов на пару дней вернулся на родную землю. И не с пустыми руками. Он привез с собой кубок Гагарина. Этот главный трофей континентальной хоккейной лиги Алексей завоевал в свитере Акбарса. И здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не случись конфликта между уже бывшим главным тренером торпеда Скудрой и игроком Потаповым, нижегородский хоккеист не стоял бы сейчас перед благодарными земляками рядом с кубком Гагарина. Я исключительно прибыл от чистого сердца, никого не хочется щелкнуть по носу, только с благими намерениями. Не так часто нам это удается — привезти кубок. Это для мальчишек, чтобы они видели, ради чего они занимаются. Это для родителей, потому что родители водят детей. Они должны продолжать это делать. Это не просто. Иногда надо привести ребенка в ущерб своим каким-то интересам. И они должны видеть, ради чего они это все делают. Только с благой целью. Чтобы дотронуться до кубка Гагарина и сфотографироваться с ним и Алексеем Потаповым, сотни нижегородцев рано утром пришли к фоку «Северная звезда». Именно здесь главный трофей КХЛ стартовал в своем официальном путешествии по Нижегородской области. Потом кубок переехал во дворец спорта имени Коноваленко, где Алексей когда-то делал свои первые шаги в хоккее. Затем было посещение конвейера на газе, а в 19 часов кубок Гагарина можно будет увидеть в Фоке Мещерский, так что у вас еще есть время дотронуться до этого Грааля КХЛ лично, даже когда привез его хоккеист в свитере Акбарса. В любом случае, я думаю, что в душе он в любом случае нижегородец, в любом случае торпедовец, и недаром он сейчас здесь, вот мы здесь находимся, потому что спорта Коноваленко, он сам захотел сюда его привезти, потому что здесь он начинал свою хоккейную карьеру, да, поэтому... Как бы он ни был, какая бы майка ни была, для нас он нижегородец, для нас он наш Алексей Потапов. Кубок Гагарина уже в пятницу отправится в турне по Нижегородской области. Прикоснуться к нему и прочувствовать эмоции победы смогут жители села Сеченова, а также Сергача и Кстова. И насчет эмоций. От кубка действительно, если можно сказать, пахнет победой. Это такой микс эмоций. Это и слезы, это и радость, это какое-то и опустошение, но... Я желаю всем испытать эти эмоции. Не удержались и получили свою порцию победных эмоций